Театрализованное шествие, концерты, всевозможные шоу с участием местных, а также всемирно известных звезд. Свой 158-й день рождения Владивосток уже по традиции готовится отметить с большим размахом. 29 июня жители Владивостока воздали почести основателю города, генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому и первому старосте, предпринимателю Якову Семенову. Именно Муравьев-Амурский добился присоединения к России Уссурийского края и способствовал основанию города, которому 2 июля исполнится 158 лет. Первый староста города Яков Семенов добился больших успехов в торговых делах и общественной деятельности. В честь него назвали одну из центральных улиц города. Владивостокцы в этот день также почтили память защитников дальневосточных рубежей России. Тридцатого июня, в день, когда будут проходить основные праздничные мероприятия, глава краевого центра Виталий Веркиенко впервые поздравит жителей с этим праздником. Мэр города также обещает преподнести творческий сюрприз. Для всех желающих оформиться в едином стиле вместе с праздничным оформлением торговых предприятий, двориков, вы можете скачать по ссылке баннер, который размещен на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru. Баннера размещены по ссылкам после каждой новостной ленты о городе Владивостоке. Пожалуйста, поддержите город, оформляйтесь вместе с нами и приходите поучаствовать в общем массовом шествии, которое состоится в 11 часов по улице Светланская. На торжественном собрании, посвященном празднованию Дня города, у Владивостока появился новый почетный житель. Им стал ветеран, капитан китобойного судна Юрий Сергеев. В своей речи он прочел стихотворение собственного сочинения, посвященное родной стране. Боже, Россию храни, да будет твое повеление. Силу духа и мудрость отцов нам дай для отчизны спасения. О своей любви не принято говорить громко, но любви к Владивостоку можно и нужно говорить именно так. И каждый год для этого есть отличный повод – день рождения города. Нужно, чтобы эта любовь заряжала нас всех на новые свершения, отметил в праздничной речи глава Владивостока Виталий Веркиенко. Об истории развития Владивостока написаны тома. Она содержит тысячи имен удивительных и самоотверженных людей, ярких событий. Среди героев, оставивших свой след – морские офицеры и простые матросы, исследователи и ученые, купцы и промышленники. После выступления на торжественном собрании в честь Дня города Виталий Веркиенко вручил заслуженные награды горожанам, внесшим вклад в развитие Владивостока. Среди них художественный руководитель детской хоровой студии «Камертон» Наталья Лифанова, полковник медицинской службы Сергей Куковеров, исполнительный директор Приморского торгового дома книги Вера Арбатская, генеральный директор Владивостокского морского рыбного порта Александр Шевченко, ученик школы номер 22 Егор Давыдов и многие другие. Единственный представитель Владивостока. Он стал лучшим в дисциплине 25 метров медиальной на технике. Ко дню своего рождения город подготовил множество настоящих сюрпризов. Например, жители и гости краевой столицы смогут увидеть, как танцуют экскаваторы. Уникальное всемирно известное шоу, которое с успехом гастролирует по всей России, впервые посетит Владивосток. Благотворительный фестиваль, фестиваль красок, фестиваль водных фонариков, мастер-классы, конкурсы, виртуальные экскурсии. 2 июля в Чеховском сквере пройдет торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной Антону Павловичу Чехову. А значит, у города появится новый культурный арт-объект. Праздничные мероприятия продлятся 4 дня и пройдут почти в каждом уголке Владивостока. Горожанам рекомендуется взять с собой только хорошее настроение. С днем рождения, любимый город Владивосток! Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на 8.